Тюня, не переживай, все будет хорошо. Делать или не делать прививку питомцу? Многие хозяева задаются таким вопросом. Зачем эта процедура, тем более, что для животного это стресс? Впрочем, как и для хозяина. Кто-то считает это пустой тратой денег. Ветеринары же думают по-другому. Обязательно необходимо делать прививки, потому что наши животные могут заболеть очень опасными болезнями. Если это мы говорим о собаках, то собаки гуляют на улице, могут заразиться опасными вирусными болезнями и бешенством. Если мы говорим о животных, которые не выходят на улицу, например, кошки, которые не гуляют на улице, или мелкие собаки, которых редко выгуливают на улице или вообще содержат только дома, этим животным мы можем принести вместе с обувью какие-то вирусные заболевания. Как и котам, так и собакам необходимо делать прививки от вирусных заболеваний. Котам необходимо делать от лейкоза и котам и собакам от бешенства. Кошка Петюня пришла сегодня в ветеринарную клинику, чтобы сделать прививку от вирусных заболеваний. Перед вакцинацией врач должен осмотреть питомца, взвесить, измерить температуру, послушать сердце и убедиться, что животное здорово. Ведь если питомец плохо себя чувствует, прививку делать нельзя. Тюня, не переживай, все будет хорошо. Все, осталось совсем чуть-чуть. Так, придерживайте, чтобы она от меня не убегала. Ой-ой. Ну, уже надоело. Оп. Все. Петюня, как твои ощущения? Прививка – это не болезненная процедура, но, как любой укол, каждое животное воспринимает по-разному. Если взять на весы, нужно один раз в год уколоть, чтобы потом не колоть много.